Так, вот он мой Nikon Coolpix 5000, видно, да, 125 оптический зум. Сейчас съемка, настройки, на каких я снимаю, часто спрашивают об этом. Значит, зависит от освещенности. Вот у меня стоит сейчас на видео, да, здесь вот этот рычажок, он переключается туда-сюда. Это фокусировка мануал. М — это мануал, А — это автоматическая фокусировка. Значит, пускаем. Запустил. У меня 125. Видишь, он фокусируется на этом самом. То есть я сейчас установил в настройках 125. Дальше что ж такое, не видно, что 125. Да, ну вот 125 слева. Нет, так.